Бизнес, инвестиции, бюджет, прибыль. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. В Кировской области производители яиц снизили цены на свою продукцию. Как рассказал на еженедельном совещании в правительстве зампред Юрий Терешков, в целях снижения и поддержания цен на отдельные виды социально значимых товаров с представителями торговли был подписан меморандум. Согласно ему, торговая надбавка на такие товары составит не более 10% в городских округах и не более 15% в других муниципальных образованиях. Сейчас местные власти работают с торговыми сетями и небольшими организациями, чтобы те присоединились к меморандумам. Отмечается, что на ряд товаров снизить цены уже удалось. Так, стоимость яиц первой категории упала за последнее время на 10 рублей за десяток. Отборное яйцо подешевело на 20-25 рублей за десяток. Стоимость хлеба остается на том же уровне, что и раньше. Информацию обо всех фактах необоснованного роста цен будут направлять в прокуратуру и антимонопольную службу, отметил Терешков. 3,5 миллиона рублей в среднем берут кировчане в ипотеку. Это почти на 600 тысяч рублей больше, чем годом ранее. Такие цифры приводит портал «Источник онлайн» со ссылкой на Объединенное кредитное бюро. Средний размер ипотеки, по данным на конец 2023 года, в Кировской области составил 3 миллиона 570 тысяч рублей. Что касается срока, то в среднем в декабре прошлого года кировчане брали ипотечные кредиты на 22,5 года, а в декабре 2022 на 20,5 лет. Самые крупные ипотечные кредиты выдавали в декабре жителям Москвы 7,5 миллионов, в Московской области 6 миллионов 300 тысяч, Санкт-Петербурга 6 миллионов рублей и Якутии 5 миллионов 200 тысяч. В эфире «Экономика». В Россию прибыла первая партия бананов с логотипом юбилея Кирова. Она поступила в морской порт Санкт-Петербурга из Эквадора, сообщил в своем телеграм-канале руководитель дирекции по подготовке к 650-летию города Алексей Чепцов. В ближайшие дни брендированные коробки появятся на полках магазинов «Ашан», «Вкусвилл» и «Глобус». Мария Кожевникова, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика».